Основная идея этого дня заключается в перевоплощении учащихся в роль учителя, что позволяет детям почувствовать всю ответственность профессии учителя и быть более внимательными к своим наставникам, ответили учащиеся. Мне очень нравится, это очень полезно и развивает нашу личность, помогает стремиться стать профессиональным учителем, повышает желание учиться, раскрывает нас как личность. Старшеклассники взяли на себя функции педагогов, провели уроки. Для многих сегодняшняя роль учителя помогла определиться в будущей профессии. Я попробовала сегодня себя в роли учителя румынского языка. Мне очень понравилось. Все очень внимательно слушали, мы провели много разных игр, которые развили наш язык в плане румынского языка. Ну, мне понравилось, и думаю, что я буду рассматривать профессию учителя. Мне кажется, что это прекрасный день для учеников, так как они могут почувствовать себя в роли учителя и понять вообще, подходит ли эта профессия. И она этот день поможет им в дальнейшем. Я впервые провожу уроки в роли учителя. Я считаю, что их должны проводить как минимум два раза в год, то есть один раз в семестр, дабы ученики, которые хотят в дальнейшем стать учителями, могли как-то самореализоваться. Это первый раз, то есть пробный пока что в этом году, потому что вот я в этом году стал президентом Совета старшеклассников, и вот Совет старшеклассников решил провести такой праздник. Вот. И мы планируем проводить его регулярно, там перед каникулами, по каким-то праздникам другим тоже значимым. Как отметил председатель Совета старшеклассников лицея Егор Шевченко, в будущем члены Совета намерены выйти с предложением к руководству учебного заведения о проведении Дня самоуправления один раз в четверти. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости.